середине 2019 года в Ульяновске появится новое производство, в стенах которого будут создавать составляющие для ветрогенераторов. Подписи под соглашением поставили губернатор Сергей Морозов и представители датской компании «Вестас», мирового лидера по установке ветряков. Документ – это отправная точка в локализации новой отрасли и новых компетенций на территории региона. Мы высоко оцениваем сотрудничество с Ульяновской областью. Мы пришли в регион, чтобы совместно с нашими партнерами создать свое производство. И нам нужна будет большая поддержка со стороны региона и в части обучения, и в части инфраструктуры. Надеемся, что совместными силами у нас все получится. Мы имеем большие планы на Россию и начнем с малого, чтобы удовлетворить потребности уже имеющихся клиентов. И затем будем развиваться дальше. Мы будем заниматься трансфером всех наших новейших разработок и технологий, которые у нас есть по всему миру, и расширяться. Мы видим большие перспективы российского рынка ветроэнергетики. Ориентировочный объем инвестиций в проект составит свыше 1 миллиарда рублей. Готовить специалистов для ветроиндустрии компания из Дании будет совместно с учебными организациями Ульяновска. К примеру, в Ульяновском техническом университете уже функционирует кафедра ветроэнергетические системы и комплексы. Не только умеем вместе с вами готовить к реализации инвестиционных соглашений, но мы умеем сопровождать эти инвестиционные соглашения, мы умеем защищать инвестиции, мы умеем гарантировать то, что люди, которые вкладывают свои финансовые средства, не только заработают, но и станут богаче. Документ был подписан в рамках традиционной конференции «Требования инвесторов. Действия к власти». Ежегодно в Ульяновск приезжают представители крупнейших консалтинговых агентств, консультантов, инвесторов и экспертов в сфере развития территорий. Какими должны стать современные инструменты господдержки и стимулирования инвесторов? Главный вопрос конференции. Мы пригласили ведущих экспертов в сфере, еще раз повторю, инвестиций и развития территорий для того, чтобы понять, что волнует инвестора, высокотехнологичного инвестора, что нужно для того, чтобы он выбрал на данный момент Ульяновскую область развития своего собственного бизнеса. Только в этот раз эксперты сконцентрировались на другой новой сфере – альтернативной энергетике. Именно отрасль инновационной экономики сейчас и последующие годы станет приоритетом для власти. Дарья Судрева, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.